значит, про имя мы поговорили, про должность. Начальник пресс-службы. А пресс-служба в большом большая? Мне кажется, не очень, честно говоря. Ну, конечно, маловато. Странно было бы, да. Я вообще пришла из Мариинского театра, там я была, можно сказать, в истории первым пресс-секретарем. А в Большом театре я была, наверное, уже вторым пресс-секретарем. До меня была Марина Панфилович, меня все время раньше ставили в пример. Но, в принципе, нас 4 человека и плюс еще веб-сайт. Вот. Но в Большом театре все достаточно хорошо функционирует на горизонтальном уровне. Поэтому, в принципе, работать легко, потому что все, что тебе нужно, другие обеспечивают тоже отделы. Издательские отделы, разные другие службы, фотослужбы, с которыми я нахожусь в контакте, видеослужбы. Ну, как раз вот, ну, по вашему вектору работы, скажем так, все-таки вот в связи со всякими вот этими со событиями, трагическими и скандальными, вот будем называть вещи своими именами, мне кажется, вам достаточно, ну, сложно... Наверное, пришлось последний. Мне пришлось сложно, знаете почему? Потому что, во-первых, я не очень подготовлена, я же театровед, я хочу говорить про культуру. Мы из семи театроведов на самом деле, да. Да, правда, и я хочу потомственных. Про культуру говорить, мне это легко, про театр, про криминальные вещи мне говорить абсолютно нелегко, и потом для нас это всех был большой очень шок. Что делать мы не знали. Для всего мира был большой шок. Ну, Анатолий Геннадьевич Иксанов, который был тогда генеральным директором Большого театра, он человек очень порядочный, очень открытый. Он считал, что просто нужно, ну, как-то честно говорить свою позицию. И на самом деле Владимир Георгиевич Урин, который сейчас возглавляет Большой театр, вот с этой точки зрения его можно сравнить с Анатолием Геннадьевичем, потому что он тоже человек искренний и считает, что, в общем, нужно говорить правду. Скрывать ничего не нужно, особо никаких интриг мы никогда не создавали из театра. Наша позиция, вот все годы, что я в Большом театре, и на самом деле это был первый наш разговор с Иксаном, что театр — это не военный завод, театр открыт для всех, нет таких тайн. И невозможно вылавливать критика, который оказался на спектакле, как это раньше было, у кого он достал билет, как он туда попал. Это для всех открыто, театр — открытая зона. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».